Shalom. Sami visoki bok i Christos blagoslavit vas. Sivodnia mi prorozhaem na nashi Gospod prazniki. A sivodnia tema Dien Simona. Dien Simona. Кто это Симон? Симон, он молодой человек, который был лидером в Израиле во время греческого плена. Его отец Маттатиас был первый лидер, когда мы были в Разве, в Иерусалим, а потом был Юдас Маккавей, очень сильный человек, известный и тоже известный человек, а потом его брат, когда он умирал, Юдас умирал, был Джонатан, а после он был Симон. Сейчас мы будем читать историю для этого праздника. Сейчас мы будем открывать книгу 1 Маккавей, глава 13, стих 1. Мы будем читать эту историю сейчас. 1 Маккавей, глава 13, стих 1. Теперь, когда Симон услышал, что Трифон собрал великое войско, чтобы вторгнуться в землю иудейскую и уничтожить ее. Это когда греческие люди, белые люди, они хотят начаться война с нашими людьми. Они были против наших людей тогда. Они не хотят, что мы будем называть наши люди Израиль или еврейские люди. Они хотят, что мы будем сказать, что мы греческие люди и просить все наши Бог законы и собрать или забрать их культуру или традицию. Но Симон и наши люди тогда, которые сохранили наш Бог законы или заповеди, они были в войне против греческого люди тогда. Это физическая война. А я буду продолжать. Еще раз. 1 Маккавей, глава 13, стих 1. Теперь, когда Симон услышал, что Трифон собрал великое войско, чтобы вторгнуться в землю иудейскую и уничтожить ее. Трифон хочет уничтожить Иерусалим. Он хочет уничтожить наши люди. И убить все наши люди тогда. И увидел, что народ был в великом трепете и страхе. Он пошел в Иерусалим и собрал людей вместе. Это Симон. Еще раз. Он пошел в Иерусалим и собрал людей вместе. И дал им увещевание и сказал: «Вы сами знаете, какие великие дела я и мои братья и дом моего отца сделали для законов и светлища, сражений и бед, которые мы видели. Из-за чего все братья мои убиты ради Израиля. И я остался один. Итак, будь далек от меня, чтобы я избавил себя от всякой беды, потому что я не лучше братьев моих. Несомненно, я отомщу за свою нацию, за светлище, за наших женщин и за наших детей. Ибо все язычники собрались, чтобы истребить нас от славы и мысли». Еще раз. Ибо все язычники, это греческие люди, собрались, чтобы истребить нас от славы и мысли. Как только люди услышали эти слова, наши люди, когда они услышали эти слова, их дух ожил, и они отвечали громким голосом и говорили: «Ты будешь нашим вождем вместо Юды и Йонафана, брата твоего, Джонатан, брата твоего». Стих 9. «Сражайся в битвах наших, и чтобы
Ты не повелел нам, мы сделаем это. Еще раз. Сражайся в битвах наших. И что ты будешь повелять нам, мы сделаем это. Что вы хотите, что вы будете заповедать наши люди, мы будем сделать. Дальше. И тогда он собрал всех воинов и поспешил покончить со стенами Иерусалима и укрепил их вокруг. И послал он Йонафана, сына Авессалома, и с ним великую силу в Иопию, который изгнал тех, которые были там, остался там. Итак, Трифон удалился из Птолемия с великой силой, вторгнулся в землю иудейскую, и Йонафан был с ним в приходе. Стих 13. Но Симон разбил свой шатрий у Адиди напротив равнины. Теперь, когда Трифон узнал, что Симон воскрес, а на его брат Йонафан и намеревался выступить с ним в бой, он послал к нему посланников, говоря: «В то время, как у нас в руках Йонатан, брат твой, ради денег, которые он должен сокровище Сары, касающиеся дела, которое было ему предано, посему теперь отправьте 100 талантов серебра и двух сыновей его в заложники, чтобы, находясь на свободе, он не восстал от нас, и мы опустим его». Стих 17. Вследствие этого Симон, хотя и понимал, что они лживо говорили ему, он знает, что это неправда, что они не будут сделать, что они сказали. Еще раз. Вследствие этого Симон, хотя и понимал, что они лживо говорили ему, но послали ему деньги и дети, чтобы в будущем ему не досталось великой ненависти к людям. Кто бы мог сказать: «Потому что я послал ему на деньги, а дети, поэтому Йонатан мертв». И послали им дети и 100 талентов, но Трифон развенчал и не отпустил Йонафана. Симон знал, что Трифон будет это сделать, но он не хочет, что наши люди будут сказать: «Потому что вы не сделали, что Трифон хотел, поэтому он убил Йонатан, наш лидер, и его сыновей». Еще раз. Стих 19. «И послал им детей и 100 талантов. Но Трифон развенчал и не отпустил Йонатан». Он не отпустил его. После этого пришел Трифон, чтобы вторгнуться в землю и истребить ее, объехав путь, ведущий к Адоре. Но Симон и войска его шли против него везде, куда бы он ни шел. Стих 21. А те, которые были в башне, послали послов к Трифону до конца, чтобы он искропил его приход к ним по пустыне и послал им жертвы. Посему Трифон приготовил всем своим всадникам прийти той ночью, но выпал очень большой снег, но причина которого он не пришел. Еще раз, по причине которого он не пришел, потому что был большой снег. И он ушел и пришел в страну Галатскую. И когда он подошел к Басками, он убил Йонатан, покороненного там. Потом Трифон вернулся и пошел в свои земли. Стих 25. И послал Симона, и взял кости Йонафана, брата его, и покоронил их
в Модині, городі отців своїх. І весь Ізраїль оплакував його і оплакував його много днів. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.